Короче, такой вот штопор китайский. Сейчас будем пробовать открывать вино. Я уже пробовал не раз. Хочу вам еще показать. Значит, берем, засовываем его. Это иголка типа. Засунуто. И накачиваем. Как футбольный мяч. И пробка сама вылазит. Насаженная на эту иголку. И просто берете, потом снимаете ее с иголки, со штопора типа, и все. И не надо ничего вкручивать, просто берете, раз, два, три, накачали, и все. Пробка сама вылазит, открывается как шампанское. Так что AliExpress рулит, и китайцы тоже. Вот такой вот прибор.